А у нас туман. Офигеть, какой туман, офигеть. Ну тут еще сетка не особо видно. С утра в 8 утра я вставала, не было главное тумана. А потом появился. Сейчас в 9, через час повернулась. Лежала с закрытыми глазами. Повернулся, а там туман. Третья. Вообще туман. Так классно. У нас осень и туман. Офигеть. Сейчас у Димы посмотрим, что. Да, у Димы тут, кстати, не особо туман виден. Чуть-чуть вот тут вот. Тут сетка. Между домами, видимо, он это особо не зашел. Всем привет, с вами канал Артмания. Мы гуляем, у нас сегодня 20 градусов. Такое место нашли. Мимо ходим много лет, а зашли впервые. Хотела заснять вам листопад. Да, но его нету. Сейчас он будет, наверное, кстати. Тут народ ходит, ходит. Пока включила, достала камеру, пока включила, все уже слетело, наверное. Сильный-сильный ветер у нас сегодня. Там, кстати, вот елочка. Народ только ходит и ходит. Опять идет. Там с ребенком идут. Вот какой у тебя букет, Дима. Покажи букет свой. Покажи. Вот оно тебе какое. Вот он. Вот он какой. Какие у тебя листочки. Дима, смотри на меня. Дима. Вот какой букет. Да? Какое мы с того дерева нашли, интересно. Вот такие листочки красивые. Скажите, как называется это дерево, в комментариях мне напишите. Красивое. О, какая веточка, смотри, какая классная. Он еще колючий. У него иголки. Офигеть, вот такую веточку засушить. Мы с тобой пока домой пойдем, она повянет. Да? И даже здесь народ. Короче, куда-то мы вышли с Димой. Идем мы по двору вдоль сквера, который до этого был, короче, предыдущий большой сквер. Где камушки там, елочки, природа, детская площадка. Короче, мы там идем вдоль него. Тут, кстати, нашли дерево. То же самое. Ой, все прилетало. Прилетело, прилетело. Интересно, так после каждого подъезда висят вот такие фотографии сделанные. Сейчас вот туда дальше пройдем с вами. Здесь, наверное, где-то подъездов 11. Я надеюсь, что меня слышно.
Здесь такая фотография. Года расписаны. Какая. И обнаружила такой вход красивый. Это, наверное, садик, что ли? Так, я не знаю. А, детский сад, да. 172-й. Детский сад. Прикольно. Ёлочка. Сильный ветер очень. Я Диме капюшон одела. Потому что шапочку задувает вся. Уши открываются. Ой, какая ёлочка. Какая ёлочка. Как космонавт. Как космонавт, Дима, да? Потрогай, Дима. Трогай. Как ты ее трогаешь? Ой. Как он ее трогает?